В селе Першино под Тейковом закончились съемки эпизодов для фильма «28 панфиловцев». Сюжет картины основан на событиях 1941 года, когда 28 советских солдат защитили Москву от нападения немецкой танковой дивизии. Подвиг героев изучают еще со школьной скамьи, и, наверное, уже давно пора было ожидать, что появится картина, прославляющая героев. Идея снять фильм о подвиге панфиловцев – это абсолютно творческий акт. Просто в какой-то момент меня всегда этот подвиг интересовал, с детства еще мне нравился. Я думал, что такой фильм существует, вот, хотел бы посмотреть, но фильма такого не оказалось. И тогда я подумал, что это отличная возможность. Для съемок массовых сцен нужны были подтянутые молодые ребята с военной выправкой. Кому, как не нашим курсантам пожарно-спасательной академии, играть роль бравых солдат? Решение режиссера, чей выбор пал именно на них, было очевидно. Первый день было очень холодно. Мы поняли, вообще-то, во-первых, какой-то большой труд актеров сниматься в кино. Но самое главное, мы поняли и прочувствовали на себе то, какой подвиг совершили наши ветераны. Финальный съемочный день прошел со свойственной любому съемочному процессу суматохой и суетой. Превратиться из курсанта в настоящего бойца оказалось непростой задачей для ребят. Однако спустя пару часов они полностью освоились и очень органично смотрелись в солдатских шинелях с оружием наперевес. Начали около 5 часов вечера и до 2 часов ночи. То есть это было очень сложно. Пару раз уходили греться и попить чаю. Курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии вкусили все прелести съемочного процесса. И даже я прониклась всеобщим духом военного времени. Выбор снимать часть эпизодов фильма пал именно на Ивановскую область из-за совершенно особенной архитектуры подмосковных деревень. Небольшое село под городом Тейково идеально передает атмосферу прошлого века, еще не испорченную телевизионными тарелками, сайдингами и газовыми трубами. Мы отправились в такую экспедицию в поисках деревни, объездили практически все Золотое кольцо. И здесь вот в Першино наткнулись на эту замечательную деревушку, которая абсолютно по всем параметрам нам подходила. Дальше съемочная группа отправится в Питер, где пройдут съемки основной части фильма. Даты окончательного завершения съемок и выхода картины в прокат пока неизвестны. По предварительным данным, питерцы планируют выпустить фильм во всероссийский прокат уже в ноябре 2015 года. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.